Сегодня около 5 часов 30 минут на 112 километре автодороги Москва-Санкт-Петербург. Водитель автобуса Ford Transit, двигаясь в направлении города Москвы со стороны города Конаково, при осуществлении маневра осуществил столкновение с двигающимся в попутном направлении грузоперевозчиком, в результате чего произошло ДТП, в результате которого пострадало 6 человек. Всего в салоне пассажиров находилось 12, водитель также пострадал. По предварительным данным, тяжелых пострадавших нет.